Привет! И как вы поняли по названию этого видео, то в этом видео я вам расскажу и покажу свои покупки к школе. Здесь будет канцелярия и не только. И да, перед тем, как мы приступим к этому видео, ребят, если вы хотите задать мне какой-либо вопрос, пишите внизу в комментариях под этим видео или задавайте мне вопросы в социальной сети Ask.fm. Как только наберется достаточное количество интересных и прикольных вопросов, я обязательно сниму видео Q&A. И без дальнейшей болтовни приступим. Итак, первое, с чего мы начнем, это вот такая вот сумка. Я собираюсь с ней ходить в школу. Я уже показывала видео о покупках из Израиля. Она сделана из кожзама. Мне, честно говоря, она очень нравится. Да, она из израильского магазина Урбаника. Насколько я знаю, какими атласами и контурными картами мы пользуемся в школе на географии, то я их приобрела до начала учебного года, ведь так цена гораздо-гораздо меньше. Серьезно, я вам советую такие вещи покупать заранее. Так они будут реально дешевле. Серьезно, это проверено. Следующее, что я вам покажу, это вот такие вот наборы картонной и цветной бумаги для DIY и для разных школьных проектов. Поскольку в школе нам очень часто выдают листы А4, и эти листы постоянно мнутся, что в сумках, что в рюкзаках, я купила вот такие вот простые папки. Я их собираюсь как-то украсить. Напишите внизу в комментариях, хотите ли вы увидеть DIY по вот этим вот папочкам. Но остальные вещи, которые я вам покажу, пойдут вставочками. Так что, ну а начнем мы, пожалуй, с блокнотов. Они сделаны под крафтовую бумагу. Они мне очень сильно нравятся, они очень сильно вдохновляющие. Двух поменьше простые белые листы, ну а то, что побольше, в клеточку. Конечно же, мой поход в магазин не обошелся и без стикеров. Также я купила простой текстовый делитель и тонкие маркеры фломастер. Также я купила вот такие вот прикольные ластики. Серьезно, они мне все очень сильно нравятся. Серьезно, они такие крутые. Также я приобрела вот такой вот прикольный биндер. Мне он очень нравится и поднимает настроение. В интернете я заказала вот такой вот цветной скотч. Он сделан в виде корректора ленты, но, серьезно, там такие крутые рисунки. И, по-моему, есть 5 расцветок. Я выбрала именно с кофе. Ну, а сейчас давайте перейдем к тетрадкам. Я сейчас вам в одной вставке покажу все-все-все эти тетрадки, которые я купила к началу этого учебного года. Так что смотрим. Ну что ж, на сегодня это были все мои покупки к школе. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, поэтому поставь палец вверх, подпишись на мой канал. Не забывай про видео вопрос-ответ, пиши мне разные вопросики, я обязательно на них отвечу. Люблю вас всех, сияйте, увидимся в следующем видео. Пока!